Айзек, ты там? Прием, Айзек. О боже, прости, пожалуйста, Айзек. У нас же разница во времени. Я позвоню тебе нет, позже. Нет, все в порядке. Нормально. Как у тебя дела? Хорошо. Ты был прав, Айзек. Ишимура – изумительный корабль. Мне так повезло, что я буду служить на нем. Тогда пользуйся моментом. В следующем году корабль списывают. Айзек, спасибо тебе. За что? Ты заставлял меня двигаться дальше. Если бы не твоя настойчивость, я давно бы все бросила. Но ты подталкивал меня. Помни, я расстаюсь с тобой на 6 месяцев ради этого. По-моему, мы выходим из зоны приема. Айзек, прием. Ты меня слышишь? Я позвоню тебе сразу, как только смогу, хорошо? Айзек! Айзек! Сосредоточьтесь, мистер Кларк. Итак, вы рассказывали мне о своих кошмарах, в которых фигурирует ваша погибшая подруга. Как там было ее имя? Николь. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Ах да. Николь Бреннан. Она ведь была старшим медиком на борту корабля класса «Планетарный потрошитель». Ишимура. USG Ишимура, верно. Экспедиция по добыче руды на Егиде-7. Связь с ними пропала вскоре после их прибытия к планете. И вы в составе ремонтной команды отправились к ним на помощь. Причем вы вызвались добровольно, верно? Что произошло на борту корабля, Айзек? Они нашли кое-что. Что они нашли на этом корабле, Айзек? Обелиск. Вы контактировали с этим обелиском? Он вызывал у вас видения, верно? Неприятные видения. Он говорил со мной. Что он говорил, Айзек? Что он вам говорил, Айзек? Делай нас единым. Айзек! Айзек, вы меня слышите? Айзек! Айзек! Айзек, вы слышите меня? Дейна, я обнаружил Айзека Кларка. Повторяю, я нашел его. Отлично, Франко. Только осторожно. Он долго был в отключке. Так. Хорошо, хорошо. Спокойно, спокойно. Сейчас мы снимем эту смирительную рубашку. Где? Где я? Знаю, ты в замешательстве. Нет времени объяснять, доверься мне, хорошо? Слушай, все очень-очень плохо! Сегодня глаз выглядит намного лучше, правда? Болит. Он все еще болит. Да, я назначу тебе еще один сеанс завтра. Нет, я не готов.
Я не выдержу еще один сеанс, я... Точно. Прямо с утра и начнем. Поговорим о том, что ты видел сегодня. Давай, Стросс. Я здесь, чтобы помочь тебе. Он был черный. Черный светился красными символами. Символы нашептывали мне. И что же они тебе нашептывали? Ну же, Стросс, что? Это был всего лишь осколок. Всего лишь осколок. Но он так засрал мне голову мыслями, что там... И для чего больше не осталось места. Я не могу вспомнить, как она выглядит. Почему я не могу вспомнить ее? Символы, Стросс. Что тебе говорили символы? Они сказали, что я не виноват. Я их не убивал. Они не заслужили этого, и я не заслужил этого. Падла. Верните мистера Стросса обратно в стазис. Увеличьте ему дозу на 30 миллиграмм. И попробуем добиться чего-то на завтрашнем сеансе. Ты чего, мужик? Пациент 4, я помню тебя. Тейнман сказал, что все ключевые объекты должны быть ликвидированы, уничтожены. Вот еще один. Эй, послушай. А какой смысл? Да послушай же. А какой смысл? Мы оба можем выбраться отсюда. Просто, просто сними с меня это дерьмо. Никто не выберется отсюда живым. Никто. Не делай этого. От того, что я сделал, нет спасения. Успокойся, приятель! Ты только успокойся! Твой икс красный. Красный. Тут в стенном шкафчике аптечка и фонарик. Забирай их. Давай же, забирай. Мне они больше не понадобятся. Айзек, мы все будем гореть в аду за то, что с тобой сделали. Айзек Кларк, это ты? Кто ты? Меня зовут Дейна. Я пытаюсь спасти тебя. Почему? Что происходит? У тебя редкая форма безумия, Айзек, которую ты подхватил на Эгиде 7. Откуда ты знаешь? Откуда ты все обо мне знаешь? Эта болезнь убьет тебя. Но если ты доберешься сюда, я смогу тебя вылечить. Чего я должен тебе верить? Потому что это не я в тебя стреляю. Ну, пиздец. Просто иди по моему маршруту. Thank you.
Успокойся. Сейчас я тебя освобожу. Это тканевый лазер? Плазменный резак? О, черт! Блять! Блять, ты что там копаешься? Вот, сука! Помогите! Я ругаюсь! Помогите! Да, сейчас, сейчас! Айзек, это Дейна. Расчленяй этих тварей, только так их можно убить. Знаю, у меня большой опыт. Просто будь осторожен. Спасибо. Айзек, Айзек, быстрее! Они гонятся стой, за нами! Стой. Кто они? Кто гонится за нами? Айзек, Айзек, сюда! Шевелись, Айзек! О, нет, нет! Айзек, помнишь меня? Пациент 5! Я пациент 5, помнишь? Не помнишь? План ни хрена не сработал. Двери заблокировались. Я сказала, поторопись. Ты что, не слышал? Слушай, я и без тебя обойдусь. Отлично, посмотрим, сколько ты продержишься. Слушай, Айзек, я не навязываюсь в друзья, но так или иначе тебе придется полагаться на меня. Твой враг Тейдман, а не я. Все, нашла новый маршрут. Ладно. Так, где я, черт побери? И откуда опять взялись эти некроморфы? Ты на станции Титан, на орбите Сатурна, а некроморфы, они... Черт! Тейдман глушит мой сигнал. Внимание, разгерметизация. Твою Хорошо, транспортная станция сразу за жилым комплексом. Подожди, я хочу знать, сколько я уже здесь пробыл. 3 года. Тейдман обнаружил тебя в космосе возле Эгиды 7 и притащил сюда, чтобы изучить. Почему я ничего не помню? Обелиск оставил у тебя в голове самовоспроизводящийся сигнал. Чем дольше ты в сознании, тем больше нервных клеток он захватит. Он убивает тебя. Тейдман пытался замедлить процесс, подавляя твою память. Ты можешь это исправить? Только если успеть вовремя. Транспортная станция, шевелись. Внимание, говорит директор Тейдман. Общая тревога по станции. В соответствии с гражданским кодексом станции Титан я ввожу в военное положение. Всем гражданским немедленно эвакуироваться. За мародерство расстрел на месте. Это не учение. Немедленно следуйте к ближайшим точкам эвакуации. Айзек! Айзек, сюда! Кто ты? Это все лекарство, Айзек. Нас пичкали лекарствами, чтобы мы забыли. Но память вернется. Не понимаю, о чем ты вообще? Зачем ты мне звонишь? Айзек, Айзек, берегись! По
повсюду некроморфы. Неужели они расползлись по всей колонии? Как это возможно? Ведь обелиск уничтожен. Дейна, я его уничтожил. Ты уничтожил обелиск А, но Тейдман создал новый. На этой станции? Зачем? Это мощная инопланетная технология, и Тейдман хочет заполучить ее в свои руки. Иди к транспорту, он доставит тебя на станцию башни Кассини. Дейна! Черт! Потеряли. Аварийная остановка. Где я сейчас? Как ты вообще там очутился? Подожди. Не самый приятный маршрут, зато ты попадешь в жилой сектор башен Кассини. Проклятие! Тейдман опять засек твой сигнал. Не стой на месте. Ладно. Ты им очень нужен, Айзек. Держись. Я скоро свяжусь с тобой. Айзек. Айзек, ты еще жив? Не могу долго говорить. Они отслеживают сигнал. Как там твои воспоминания? Мои возвращаются. Хорошие. Плохие тоже. Чем больше вспоминаю, тем сильнее болит голова. Я все время вижу символы. Ты тоже видишь символы, Айзек? И его. Все время вижу его лицо. Черт, меня нашли. Дейна, тут один псих все пытается связаться со мной. Я его видел в госпитале. Нолан Стросс. Он был подопытным в эксперименте, как и ты. Да. Как он там оказался? Что ему нужно? Он психопат, Айзек. Держись от него подальше. Он убил собственных жену и ребенка. Ладно, понял. Дейна, я думал, ты ведешь меня к жилым кварталам. А это место... Похоже на центр вербовки юнитологов. Я правильно иду? Да, там должен быть старый инженерный туннель, который выведет тебя через мусоросборник прямо к башням Кассини. Будь начеку. Если кто-то это найдет, слушайте. Кинезисом можно выдирать лезвие стропов и стрелять ими в них. Смотрите. Вот.
ловко продлила мне жизнь на 3 часа. Видите? Их же оружием. Увы, я истекаю кровью. Меня тут хорошенько задело. Надеюсь, это вам поможет. Кто бы вы ни были. Камера уплотнения мусора 752 переведена в режим диагностики. Поршень пресса отключен. Только для уполномоченного персонала. Теперь можно войти в камеру. Николь умерла. Тебя здесь нет. Дэйна, солдаты Тейтмана меня нашли. Они летают со мной на каком-то штурмовике. Ты почти дошел. Поспеши! Он нашел тебя! В церковь, быстро! Дэйна, церковь юнитологии? Но почему сюда? Это одно из немногих мест на станции Титан, куда у Тедмана нет доступа. Разделение церкви и государства. Нет, Дэйна, мы не должны сюда соваться. Куда угодно, но только не сюда. Айзек! Мой брат погиб, пытаясь спасти тебя. Это важно. Все получится. Наверху в церкви есть одно безопасное место. Встречаемся там, ладно? Айзек, я знаю, ты видишь символы тоже. Они что-то значат. Да, я вижу символы. Мы для них угроза. Я знаю. Мы должны действовать вместе. Действовать вместе? Кто они? Тейтман? Стросс! Стросс, отвечай же! Оно сломало дверь. Держись, я попытаюсь открыть все выходы в этой зоне. Поторопись, тут точно что-то есть. Дэйна, ты там? Айзек, я не могу разблокировать лифт. Ты там сам сможешь что-то сделать? Хорошо, я попробую. Отлично. Как только запустишь его, направляйся в похоронное крыло церкви, а затем вниз в усыпальницу. И запомни, важно, чтобы ты не... Нет! Нет!
комитет не может глушить нас здесь! Только не здесь! Дейн! Важно, чтобы я не что! Нашел выход, но он слишком высоко. Управление гравитацией заблокировано. Дейна! Блять! Слышишь ли ты меня? Тебе надо подняться наверх! Слышишь? Ты должен подняться наверх! Гравитация в шахте отключена. Айзек! Что за счет? Они глушат мой сигнал с помощью какого-то мобильного устройства. Кто-нибудь, определите частоту работы глушилки! Наверное, их штурмовик висит рядом с комплексом. И что теперь? Новый план? Нет. Они не знают, где мы, иначе бы уже убили нас. Дерьмо! Сигнал опять падает! Иди по своему локатору, быстрее! Дейна, ты все еще там? Я добрался до верхушки церкви. Ты почти у цели. Я буду ждать тебя у челнока. Дейна! Так ты юнитолог. Я должен был догадаться, как я тебе поверил. Не скажу, что у тебя был выбор, Айзек. Стоило сказать про лекарство, как ты сразу ринулся за ним. К чему все это? Почему вы не оставите меня в покое? Ты очень опасен, Айзек. Комитет не отстанет от тебя, они боятся, что ты уничтожишь обелиск. Кстати, ведь это ты его создал. О чем ты вообще говоришь? Мы ведь за этим тебя сюда и привезли. Чтобы делать для нас обелиски, чтобы начать великое воссоединение во всей галактике. Да вы тут все просто спятили. Отдавай лекарства, и я сваливаю нахуй. О, мы не собирались лечить тебя, Айзек. Твоя бесценная головушка нам нужна именно в таком виде. А теперь будьте любезны проводить Айзека к челноку и поместить его в стазис. Не хватало еще, чтобы он умер. Thank you.
Айзек! Айзек, ты там? Ты меня слышишь? Чего тебе еще, Строс? Все кончено, все мои планы унесло в космос. Нет, не кончено! Пока еще нет! Айзек, мы построили эту штуку! Мы можем ее уничтожить! Обелиск, что ли? Строс, ты знаешь, где обелиск? Он в правительственном секторе. Но мы должны идти туда сейчас же. Сейчас! Мое время на исходе, как и твое. Строс! Куда тебе понесло? Черт! Мы наводили на них ужас после сеансов. Я помню. Они помещали нас в машину, чтобы мы повторяли шаги. Я не помню никаких сеансов. Тебе повезло, что ты не помнишь. Начнешь вспоминать, он вернется. Кто? Кто вернется? Кто? О, посмотрите-ка. Как же ты вырос. Куда ты уходишь? Не иди за ним, его там нет. Мистер Дейтман, всем оставшимся подразделениям приказываю отступить. Повторяю, отступить к правсектору. Объявляю начало операции и конец игры. Касательно беглецов предприняты особые меры. Айзек, шаги. Он хочет, чтобы я следовал шагам. Шаг один. Залезть в темную машину. Строс, успокойся, он тебе не навредит. Он хочет, чтобы я залез в темную машину, Айзек. Но я не могу. Она там. Она ждет меня. Строс! О, господи, боже! Строс, слушай меня. Мы должны двигаться дальше. Ты можешь добраться до поезда? Он идет. Я не могу говорить. Айзек, он ушел. Слушай, шаги могут разрушить обелиск. Шаг один. Залезть в темную машину. Шаг два. Со всех сторон закручиваются винты. Я не понимаю. О, господи, он вернулся. Нет! Хочешь говорить? Говори оттуда. И не ври, что хочешь помочь. Последний такой помощник пытался меня замочить. Успокойся. С чего мне тебя убивать? Вот. Правильно. Попробуешь. И ты труп. Слушай, давай начнем разговор сначала. Я Айзек. Элли. Чего тебе надо, Айзек? Я пытаюсь добраться к транспортному терминалу. Мне нужно в правительственный сектор. А мы, по-твоему, чем занимаемся? Слушай, я могу помочь. Шансов спастись больше, если держаться вместе. Разве не так? Ага, как же. Сейчас любой лишний человек обуза. Я открою дверь. Но дальше каждый сам по себе. И, пожалуйста, не ходи за мной, окей? Подожди! Иди к мамочке. Да, вот так. Иди к мамочке. Вот сюда. Иди сюда, малыш. Этот трюк не пройдет. Можешь дурачить Строса, но я знаю, что ты не настоящий. И если я не настоящий, кто же стоит перед тобой? Всего лишь галлюцинация. Строс знает, как тебя уничтожить. Знает, как уничтожить обелиск. И мы тебя уничтожим. Как это удобно, уничтожь обелиск, и вся боль уйдет без следа, и больше никогда не надо будет слушать свое сердце. Айзек, это Элли. Я тут кое-кого нашла. Еще один выживший говорит, что знает тебя. Айзек! Я же сказала, не рыпайся. Элли, полегче. Это Строс. Я знаю его. Он какой-то дерганый. Я ему не доверяю. Не
Рыпайся. Элли, мне нужно, чтобы он не умер. Он мне нужен. Черт. Ладно, Айзек. Я выведу его к терминалу, но если он выкинет что-то, хоть что-то, я его пристрелю. Айзек! Мы здесь! Да давай же, двигай! Привет, Айзек. Знаешь, мне тут не по себе. Только утром я с трудом выбралась из этого CAC-комплекса. Так ты из CAC? Пилот грузовой платформы класс 4. А ты? Инженер. Ботан. Блеск. Вот дерьмо. Темно. Он найдет меня в темноте. Заглохни. Просто вырубился свет. Народ, вы там в порядке? Нет. Черт. Жизнеобеспечение тоже отключилось. Два наших последних субъекта, Кларк и Стросс. Так и знал, что рано или поздно вы доберетесь до терминала. Вагонетки больше не ходят. Ты в своем уме? Отключил систему жизнеобеспечения. Тут могут быть другие выжившие. Условия в гражданском секторе уже давно несовместимы с жизнью. Я не могу позволить вам сбежать. Прощай, Кларк. Черт, Айзек! Берегись! Он бежит к тебе! Тейдман отрубил питание. Чем ты ему так насолил? Элли, ты знаешь, что такое обелиск? Да. Юнитологи из моей команды только о нем и говорили. Он что, существует? Да, существует. Тейдман создал его, используя код. Данные, которые хранятся у нас в головах. Все, что происходит на станции сейчас, происходит из-за обелиска. Я должен добраться до него и уничтожить. А Стросс знает, как это сделать. А ты занятный тип, Айзек. Ты мне поможешь? Или помогу тебе, или задохнусь. Выбора особо нет. Хорошо. Тогда нам надо восстановить питание. Или останемся и без транспорта, и без воздуха. Должен где-то быть запасной источник. Ну да. Наверху есть солнечный кластер, но он пылится уже много лет. Ясно. Я иду туда. Надеюсь, получится его запустить. Кто-то должен будет раскрыть солнечные батареи. Беру это на себя. Только присматривай за Стросом. Элли, как там Стросс? Без электричества. Тут любой звук слышно за несколько кварталов. Он нас выдаст. Элли, не позволяй ему уйти в себя. Я должен узнать, что он пытается сказать. Элли, тут проблемка. Кажется, лифт, на котором можно подняться до солнечного кластера, болтается где-то внизу шахты. Блеск. Не переживай. Починим. Я выйду наружу и посмотрю. Элли, я починил лифт. Направляюсь к кластеру. Как там Стросс? А ты думаешь как? Слышишь, какой пургу он несет? У него галлюцинации, Элли. Это симптомы болезни. У нас будут проблемы. Уже есть. Не стойте на месте.
доступы в правительственный сектор. Сдавайся, Кларк. Посетитель без допуска. Главный сервер. Компьютер, говорит директор Тейтман. Немедленно отключить все функции солнечного кластера. Инициирована блокировка системы. Блокировка системы завершена. Мне очень жаль, Кларк. Знаю, чего ты добиваешься, и я не могу тебе этого позволить. Слишком многое поставлено на кон. Внимание! Электрозащита главного сервера отключена. Соблюдайте осторожность. Содержимое главного сервера под угрозой. Служба безопасности оповещена. Автоматические функции отключены. Блокировка отключена. Станция полностью переведена на режим ручного управления. Отключена. Блять! Элли, я сейчас иду к зеркалам. Придется перенастраивать их вручную. Как там Строс? Сам посмотри. Нет, умоляю, не надо больше иголки. Вы должны выпустить меня. Я не могу дышать. Строс, что случилось? Выпустите меня. Элли. Он ждет меня. Как тебе это удается? Держишь всю эту боль внутри, и ничего не отражается на твоем лице. Никто никогда не узнает, какую вину ты в себе носишь. Никогда не узнает, какие черные мысли тебя гложут. Элли, кажется, два зеркала повернуты не в ту сторону. Как он там? Он перестал лихорадочно дышать, но я не уверена, что долго протянет. Так и знала, что он лишь задержит меня. Если погибнет Строс, мы похороним и шанс уничтожить обелиск. Присматривай за ним и доберись до той панели. Элли, одно готово. Как там у вас дела? Пытаемся открыть кожух. Строс, мне не помешает твоя помощь. Он убьет меня. Я слишком слаб. Ничто тебя не убьет, я обещаю. Просто подойди и помоги мне. Не пойму, кажется, дверь что-то закрывает. Господи, да их тут сотни, тысячи. Они разбегаются! Элли, убирайся оттуда! Боже мой, они лезут сюда! Беги, Строс, беги! Элли, Элли, ответь! Элли! Элли, вы там целы? Нет. Только мы добрались до перехода, как вдруг ударил луч. Айзек, эти твари все еще лезут в транспортные терминалы. Они уничтожают все на своем пути. Дерьмо, они нас отрежут. Беги к терминалу, встретимся там. Гравитации.
Элли, ответь! Айзек, надо рвать когти к правительственному сектору, пока нас от него не отрезали! Тебе не успеть! Я успею! Успею! Система выравнивания солнечного пластыря нестабильна. Инициирована аварийная остыковка. На смену с бригады в 30 человек. Я глазом не успела моргнуть, как все они превратились в монстров. Убегая, мне приходилось отстреливать руки и ноги моих друзей. Уверена, они и сейчас валяются здесь. Элли, мне очень жаль. Я прошла по кругу и вернулась на то же самое проклятое место. Мы выберемся, обещаю. Давай подумаем, где встретиться. Да. Давай. В центральной части фабрики есть терминал. Скидываю координаты. Будет. Похоже, последний, кто остался, оборонялись здесь. А сможешь открыть с той стороны? Нет.
Все цепи выгорели. Шаг 4. Видимо, они взорвали панель, чтобы твари не пролезли. Должен же быть другой путь. После иглы. Выбраться можно только через линию переработки. Она не рассчитана на пребывание там людей. Шаг 4. Но я хотя бы могу ее выключить. Хорошо, давай. Отключение. Возможно, калибровка системы без предупреждения. Шаги. Хочешь, чтобы я следовал шагам? Возьми себя в руки, Стросс. Я скоро буду. Зона невесомости. Кажется, я забрел в тупик. Впереди какая-то система, видимо, вентиляционная. Верно. Прирученную остановки комплекса все клапаны закрываются. Тебе придется найти способ как-то открыть люк. Кларк, вот ты где. Вижу, твоя подруга выключила конвейер. Передай ей спасибо за то, что выдала твое местоположение. Я запустил цикл переработки, частью которого станешь и ты. Это конец, Кларк. Дейтман, так не должно быть. Должно. И так будет. Прощай, Кларк. Элли, ты можешь отрубить эти штуки? Нет. Дейтман как-то убедил систему в том, что я мертва, и теперь мои коды не работают. Так я и знал. Дерьмо. Что-то приближается. Стросс, помоги мне с этой дверью. Я хочу, чтобы ты его увидела. Ты должна следовать шагам. Что? Ну нет. Заткнись и помоги мне. Черт возьми! Элли! Элли! У вас все в порядке? Нет! Нет, не все! Шаг 3, Элли! К двери! Шевели! Держитесь! Я уже близко! Давай, Стросс! Эй! О, боже, Айзек! Рада, что у тебя все руки и ноги на месте. Вы в порядке? Типа того. Всего 4 шага. Но не благодаря этому Шизику. 3-4. Шаг 4. Она будет ждать. Стросс, ты как? Держишься? Ему становится хуже. Что такое шаг 4? Кто будет ждать? После винтов. После иглы. Она будет ждать. Он совсем плох. Надо двигаться дальше. Выше есть грузовой транспорт. Используя те же пути, что и пассажирский. Шаг На 4. Нем доберемся до правительственного сектора. Но сначала надо вывести его из депо. Она смотрит. Сделай. Спрашивай. Это... Оставайся тут и после попробуй винтов, поднять после его на ноги. Иглы. Она будет ждать. 2 года мы были вместе, Айзек. Это были лучшие годы в моей жизни. Я была счастлива. У меня было все, о чем я мечтала. Пока ты не заставил меня усомниться в себе. Почему я решила лететь на Ишимуру? Ты сказал, что я буду сожалеть, если упущу этот шанс. Сожалеть до конца жизни. Ты как будто хотел от меня избавиться. И когда ты получил мою последнюю запись, ты ведь не смог досмотреть ее до конца, правда? Ты ведь знал, что произошло, но все равно полетел искать меня. В глубине души ты знал, что найдешь лишь смерть. Так, Элли, я нашел транспорт, но тут проблема с механизмом запуска. Ничего удивительного. Да, свяжусь с тобой, как только починю его. Ну вот, транспорт на месте. Встречаемся у платформы. Уже выходим. Стросс, вставай. Мы уже пошли. Уйди из моей головы. Ты не Николь! Кто же я, Айзек? Эй, все получилось. Он смотрит на меня, Айзек. Смотрит Стросс, через... слушай мой голос. Не смотри спокойно, на меня, хватит! Спокойно! Айзек, нам надо убираться отсюда. Верно.
Проваливаем. О, Господи! Не может быть! Это же Ишимура! Ага. Бывшая гордость Сиси. Печальная история. Говорят, все, кто были на борту, погибли. Какая-то атака террористов. Что? Атака террористов? Никакая это была не атака террористов. О чем это ты? Там все это и началось, Элли. Там было то же самое, что происходит здесь сейчас. И я видел все это. Я был там когда-то... Эй, что происходит? Я не знаю. Что-то перекрыло пути. Сидите здесь, я проверю. Здоровенное щупальце блокирует транспортный люк. Оно обвилось вокруг огромной цистерны. Огромная цистерна? Трехлористый азот. Они взрываются при нагревании. Замечательно. Сработало. Мы снова движемся. Мы тебя подождем. Прекрасно. Я вас вижу. Сейчас подойду. Элли, приготовься, еще одна. Что? Ты рехнулся? Вон ту, в самом центре? Если ты подорвешь ее, здесь все взлетит на воздух. Именно. Скажи Стросу, чтобы держался. Шоу начинается. Ситуации я бы оценил вашу настойчивость, мистер Кларк. Но есть вещи куда важнее вашей жизни и жизни всех остальных на этой станции. Сэр, подготовка к эвакуации завершена. Похоже, это все. Боюсь, отныне вы мертвый груз. Айзек, что он имел в виду? Почему он сказал мертвый груз? Он использует луч солнечного кластера. Тормози! Сейчас же! Черт!
впереди уже нет рельс. Возвращаемся. Возвращаемся к станции. Что? Зачем? Элли, сделай, как я прошу. Ишимура, если его гравизахваты еще работают, я смогу. Зацепить рельсы и подтянуть их к нам? Это же бред, Айзек. Если получится выставить рельсы в одну линию, хоть на пару секунд, вы перепрыгнете через разрыв. Жди сигнала и присматривай за стросом. Айзек, нет. Это идиотский план. Привыкай. У меня полно идиотских планов. Элли, я внутри. На мостике должен быть компьютер. Попробую проверить состояние корабля с него. Ты там как? Судя по голосу, ты нервничаешь. Последний раз, когда я был тут, дела были плохи. Я с тобой свяжусь. Жизнеобеспечение на резервном питании. Все основные системы отключены. Главная центрифуга отключена для ремонта. Черт, так я и думал. Что? Гравитационная центрифуга на ремонте. Придется спуститься в машинное отделение. Будет интересно. Это безопасно? Понятия не имею. Узнаю, скажу. Ты можешь и дальше притворяться, что тебе все равно. Но это место выворачивает твою душу наизнанку. Этот пластик и скотч прячут кровь и трупы от посторонних глаз. Но ты-то помнишь все, что случилось. И от этих воспоминаний не спрятаться. Я запустил центрифугу. Нет. Возвращаюсь обратно к транспортной станции. Хорошо, я почти отсоединилась от рельса. Держи меня в курсе. Сынок. Айзек, послушай. Строс начинает меня беспокоить. Я бы никогда. Нет, сынок, папочка не убийца. Строс! Я бы никогда он не настоящий. Нет, настоящий. Ты его не видишь, потому что не повторила шаги. Но и глаз поможет тебе увидеть. Брось отвёртку! Шаг три! Строс! Элли! Блять! Айзек, черт, больно-то как этот урод меня укусил. Что? Вот дерьмо! Ты там как? Да я в норме. Но он замолчал и не смотрит в мою сторону. Что у тебя? Умоляю, скажи, что наш план сработает. Практически закончил. Сейчас направляюсь на мостик, чтобы активировать гравизахваты. Ясно. Они лезут через дыру на уровне медицинской палубы. Ну, хоть там тебе не придется идти. Неожиданное препятствие на пути. Останавливаемся. Добро пожаловать на медицинскую палубу. Черт! Медицинская палуба Ишимуры, Айзек. Там я провела свои последние часы. Испуганная, замерзшая, одна. Заходи, Айзек. Не стесняйся. Айзек, это я. Жаль, мы не сможем поговорить лично. Прости меня. Прости за все. Как хочется хоть с кем-нибудь поговорить. Все разваливается на части. Не могу поверить, что это происходит. Странно. Такая мелочь. В конце концов, все сводится к такой мелочи. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила.
нырнули в морг с остальными? Еще одна случайная жертва? Или я превратилась в одну из этих штук? Они напялили на себя мое окровавленное лицо и бродили по коридорам, выискивая жертвы. Твоя защита слабеет, Айзек. За каждым куском брезента кроются воспоминания. За каждой дверью маршрута мой путь от жизни к смерти. Тебе не сломить меня. Почему ты так настаиваешь, что причина всех твоих кошмаров — это я? Дело ведь не в обелиске, Айзек. Дело в тебе. Элли, я почти у капитанского мостика. Скоро включу захваты. Хорошо. Центрифуга вроде раскрутилась до полной мощности. Отлично. Надеюсь, все сработает. Времени будет в обрез. Ты готова? Готова. Жду сигнала. Я полечу в спасательной капсуле. Давай. Кларк, чертов ты кретин. Эти гравизахваты раздерут всю Луну на части. Кларк! Пора валить. Кто ты, ясно? Процедура запуска начата. Отсчет 3, 2, 1. Запуск. Я стартовал. Элли, у вас получилось? Айзек, мы перескочили, но несемся как бешеные. Я только хочу, чтобы ты увидела то же, что и я, Элли. Клянусь, больно, не Строс, будет! Брось отвертку! Строс, нет! Опасное сближение. Столкновение. Система навигации неисправна. Блять! Система навигации отключена. Твою мать! Приготовьтесь к столкновению. Айзек, Ишимура — изумительный корабль. Мне так повезло, что я буду служить на нем. Но ты подталкивал меня. Смерти! Обещаю, это совсем не больно. Имеющие уши, да услышит. Строс! Имеющие глаза, да увидит. Строс, черт побери! Я вижу тебя. Зачем ты это сделал, Строс? Я не мог этого вынести. Думал, Элли сможет. Она должна была увидеть. Шаг 3. Что ты не мог вынести? Какой последний шаг? Она. Вот чего все боялись. Что я встречу ее и уничтожу обелиск. Но я не могу. Ты должен помочь. Ты должен увидеть. Шаг 3. Строс! Черт побери. Вот где Айзек. Айзек, мы ждали тебя. Теперь твоя очередь. Господи, Элли. Шаг 3. Элли. Верни мне мой глаз, скотина. Пошел нахуй! Нужен еще один сеанс, да? Даже не думай! Это мое!
Эйли соврала. Она не хочет помочь. Но ты, Айзек, ты точно увидишь ее после шага 3. Айзек, он смылся куда-то вниз, в шахты. У меня тут тоже проблемы. Найди, где спрятаться. Попробую. Зона нормального давления. Элли, я вернулся. Ты где? И где Строс? Я пока в безопасности, но он спятил. Думаю, он охотится за тобой. Я тут кое-что нашла, тебе стоит взглянуть. Вот координаты. И поспеши, я сейчас не в том состоянии, чтобы отбиваться. Оставайся там. Я мигом. Вот ты где! Эй, Строс! Ты что делаешь? Ты же встретиться с ней! Да? Скажи, что я не хотел этого! Строс, это я! Ты ее! Это Айзек! Скажи ей! Строс! Шаг три! Шаг три! О, боже! Зачем ты это сделал, Строс? Заткнись ты! Обелиск! Это была ты! Ты заставила его! И ты заставила меня убить его, да? Странно, как ты до сих пор не понял, кто я. Кто же я, Айзек? Я задам тебе этот вопрос еще один последний раз. Будь готов. Света, яркая светящаяся звезда, за которую ты цепляешься в этой вселенной. Или я твое наказание, разрушающее твою жизнь, потому что ты не можешь смириться с фактом, что я мертва. И ты в этом виноват. Кто же я? Почему ты продолжаешь бороться со мной? Почему не хочешь отпустить? Ты была для меня всем. Если я тебя отпущу, у меня ничего не останется. Шаг 4. Принятие. Теперь ты готов покончить с этим. Сожрали до того, как он успел починить эту штуку. Строс погиб, Элли. Ну, по этому поводу я плакать не буду. А что дальше? Строс был нужен тебе, чтобы уничтожить обелиск. Строс не привел бы нас к обелиску. Он убегал от своих грехов. Ну, а ты? Я убегать уже не буду. Я знаю, что надо делать. Ты очень кстати обнаружила этот здоровенный бур. Попробуй забраться в кабину и завести эту штуку. А я поищу вторую батарею. Эй, какого черта? Ты голограмму управления погасли? Печатная плата выгорела. Придется найти новую. Ну, они стандартные. Где-то здесь наверняка еще одна такая. Поищу. Как там у тебя дела? Ну, пока никак. Ясно. Нашел. Отлично. Кажется, мне удалось запитать систему в обход навигационных карт. Слава богу. Ага. Система не распознает новую плату. Думаю, я смогу с этим справиться. Похоже, придется справляться мне. Что?
Я тебя не слышу. А, не, ничего, ничего. Есть, я запустила его. Ну... С другой стороны есть лифт. Я развернусь, чтобы ты мог забраться. Спасибо. Эта штука похожа на одну из опор правительственного сектора. И как нам попасть туда? Легко. У нас же есть огромный бур, забыл. А ты не забыла, что я еду на этой штуке снаружи? Элли! 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 Кажется, нет. Айзек, ты меня слышишь? Мы обязательно выберемся отсюда живыми. Один из нас. Тебе слишком опасно тут оставаться, Элли. Что ты там бубнишь? Просто тащи сюда свою задницу. Я начинаю проверку. Питание включено. Дополнительные системы загружаются. Закрыт. Что? Эй, Айзек, что ты делаешь? Принудительная передача коммандера. Айзек, ты что удумал? Открой люк немедленно! Начата процедура аварийного взлета. Нет! 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 Даже не смей! Даже не смей запускать этот корабль! Айзек! Это твой шанс, Элли. Навигатор не работает, но связь есть. Тебя... обязательно спасут. Ты ублюдок. Я очень хочу тебя спасти. Я не смог помочь Николь. Но могу помочь тебе, Элли. В общем, пока. Теперь ты готов поговорить? А смысл? Отпустить тебя тоже? Я не могу, Николь. Я не хочу тебя отпускать. Произошло многое, чего мы не хотели. Айзек, коснись меня. Не уверен, что это хорошая идея. Айзек, пожалуйста. Сделай нас единым. Не могу. Не знаю, какие высшие силы охраняют тебя, Кларк. Они не всесильны. У меня 200 человек вооруженной охраны. Все входы перекрыты. Только попробуй сунуться. Далеко не уйдешь.
Выпустите Тейтмана! Айзек еще на свободе! Повторяю! Айзек на свободе! Дал им войти в комплекс, идиот! Если они доберутся до обелиска, отступаем! Отступаем к ангару с обелиском! Мы должны запечатать его! Айзек, куда ты идешь? Я не знаю. Вот поэтому я здесь, Айзек. Чтобы указать тебе путь. Что это? У меня в голове что-то не так. Мы приближаемся, Айзек. Обелиск знает, что ты здесь. Зато я не знаю, что делать. Придет время, и ты все узнаешь. О, Господи. И это сделал я. Что? Что они делают? Они стремятся к обелиску. Воссоединение вот-вот начнется. Я так и знал, что от тебя будут одни неприятности. Но они твердили, что ты нам нужен. Я годы угробил, копаясь в твоих прогнивших мозгах. Все должно было быть совсем не так. А как это должно было быть? У нас все было под контролем. Кларк, это не наша вина. Мы были так близки к пониманию. Все эти тела, которые ты впустил сюда, Кларк, они начали процесс воссоединения. Но мы никогда не думали, что их будет так много! Какого черта он делает? То, для чего он был создан. Ты должен сделать нас единым. Машина, о которой говорил Стросс. Я вспомнил. Машина активирует те части мозга, в которых хранятся коды обелиска. Но как это угрожает обелиску? Чего они так боятся? Нет. Нас. Действующих вместе. Шаг 4. Да. Ты готов? Это ведь будет больно, да? Да. Заходи внутрь. Шаг 1. Вползти внутрь. Шаг 2. Со всех сторон закручиваются винты. Имеющий уши, да услышит. Имеющий глаза, да увидит. Проклятие.
все еще сопротивляешься, Айзек. Это бесполезно. Ты должен меня отпустить. Но я больше никогда тебя не увижу. Айзек, прекрати. Нет другого выхода. Ты должен это сделать. Вот и все, Айзек. Воссоединение на пороге. Встретимся у обелиска.
нужно для перерождения. Создатели должны быть поглощены. Создатели? Это я, что ли? Но Строс говорил, мы можем уничтожить обелиск. Нет, если мы поглотим тебя до этого. Блять, а я ведь тебе верил. Нахуй тебя и нахуй твой обелиск. Вы все... Гаджеты! Это и есть твой великий план? Бросить меня и сдохнуть? У меня полно идиотских планов. Забыла? Вот тебе еще один для коллекции. Я пробью крышу и заберу тебя. Двигай задом. Элли, слишком поздно. Улетай от станции. Извини, в этот раз тебе слова не давали. Поберегись. Отказ гравитации.
выпущу на свет. Реализовано cginfo.tv.
Это борт EG9, диспетчерской. Мы завершили облет. Тут ничего не осталось. Повторяю, станция «Титан» полностью уничтожена. А обелиск? Никак нет. Ничего не осталось, сэр. Зона обелиск 12 стерта в порошок. Печально. Отзовите все корабли и возвращайтесь на базу. Другим зонам придется начать все сначала.